Гомельский район в работе с населением можно считать примером. Только в этом году прошло более 400 выездов в населенные пункты для проведения совместных приемов. Каждую неделю проводятся прямые телефонные линии. Плюс уже традиционные встречи в режиме живого диалога. Как результат, количество обращений вышестоящей инстанции в этом году сократилось почти на 10%. Правда, непосредственно в райисполком люди стали обращаться чаще. Однако местные власти расценивают это как позитивную тенденцию. У нас увеличение к прошлому году. Что не может, с одной стороны, вроде как и огорчать, а с другой стороны, наверное, это позитивный момент, когда больше обращений поступает именно в районную вертикаль. Это говорит о том, что растет доверие к руководству района, к тем вопросам, которые организовываются и выполняются на местном уровне власти. Хотя на этот раз на прием к Юрию Шлейко пришли не только из Гомельского района. Первый посетитель – жительница нового микрорайона Дрозды-2 в Мозыре. Ситуация в чем-то типична для территории с новой застройкой. В домах нет воды. Представители райисполкома проблему обещают решить в первой половине следующего года. Женщину такой ответ устраивает. Называйте мне дату подключения. Дату подключения, ну я с подрядчика перед ответом говорила, в полдень-нибудь апрель он закончит эти сети водоснабжения. То есть июнь месяц начнется свободное подключение, да? Да, да. Ставьте, позвоните мне потом в июне, будет у вас вода. Предприниматель Дмитрий Вагин в последнее время приезжает практически на все приемы, которые проводят руководители различного уровня. В свое время он приобрел в Ветковском районе через аукцион земельный участок, документы на который были оформлены с ошибками. Сейчас пытается как-то решить эту проблему, так как пользоваться значительной частью территории нельзя. Ситуация для предпринимателя тем более критическая, что земля приобреталась для выращивания ягод. Даже саженцы уже куплены. У меня сейчас стоит 500 кустов готовых к высадке. То есть в среднем куст нормально плодоносящий стоит 100 рублей. Я хотел осенью высаживать, а сейчас, получается, не могу высадить. Сколько их за зиму куда-сюда пропадет, тоже неизвестно. Допустим, если прошлой зимой 70 кустов, грубо на 100 рублей, вот, пожалуйста. Сейчас могу дать совет. Поближе друг к другу с пандонтом, любой плотности. Я и накрыть. Все так и сделано, но как бы тоже время уходит, а решений никаких нет. Мужики, решайте вопрос. Можно. Цепляйте за юридическую базу, которая есть, оформление того, что участок не соответствовал сегодня сформированным условиям, и решайте вопрос. За 2 часа на приеме у помощника президента, инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко побывали 11 посетителей. Для кого-то важно установить памятник на могиле деда, героя социалистического труда. Кого-то заботит вопрос высокой арендной платы. Среди озвученных просьб также строительство дорог в сельской местности и выделение земельного участка в дачном кооперативе. После завершения приема Юрий Шулейко подводит итоги. Многие вопросы можно было бы решить на местах. Это явные недоработки местных органов власти. Мы понимаем, что есть ряд заявителей, которые ходят к всем руководителям и не решают те вопросы, потому что они давно уже нерешаемы. А есть ряд вопросов, которые сегодня районы могут решить, могут информировать и могут сегодня донести до заявителя то, что необходимо, что сегодня интересует человека, который проживает в данном районе. Алексей Тюров, Максим Савин, Игорь Марищенко. Новости недели.